что такое? Тебе холодно? Придется потерпеть. У нас с тобой сегодня важное дело. Вот. Это тебе. Это дочки мои. Ну вот. Сегодня я назову твое имя. Но повторит ли его богиня? Обычно имя ребенка называет мать, когда она у него есть. Приходит, а матриархи ведут обряд, но мы-то изгои. И все же мы будем жить по правилам, чтобы не стать безбожниками, как предтечи отреклись от богини. Это и привело их к гибели. А нам... Остались чудеса творения. Звери неба, воды, земли. Одно дело зверь из мяса. Другое – машина. Охотник должен уважать их силу. Я всему научу тебя. Однажды. Тирса? Зачем она пришла? Запретить мне провести обряд? Нет, нет, нет. Встань с колен. Пришло время. Не молчи. Со мной ты можешь говорить. Вы пришли дать ей имя? А разве не ровно полгода минуло с того дня? Но мы же изгои. Ты по своей воле, а она, ну... Я верховный матриарх, благословляю кого хочу. Большая честь. Да, да, ну иди, имя-то готово? Давай! Великая мать, это дитя нуждается в собственном имени, чтобы твоя любовь грела ее, как восходящее солнце согревает землю. Назови имя! Элой! И дитя обрело свое имя. Прекратите сейчас же! Что ты сделала? Благословила наречение ребенка. Упрямица, ты зовешь это ребенком? Что она тебе рассказала про это, изгой? Отвечай! Я лишь сделал, о чем вы просили. Просили воспитать, но не просили любить. Хватит! А ты благословить ее имя. Я должен служить им. И тебе. Я рядом. И пойду за тобой, куда хочешь.
Элой! Элой! О, как много ягод. Ты у нас настоящий добытчик, Баст. Ну иди, еще немножко набери. Умница, хороший мальчик. Дети. Уходим. Она изгой, дети. Не смотрите. Ну-ка. О, пойдем. Узковато, но вроде можно пролезть. Это осталось от Железного мира. Древние развалины. Раст не разрешает мне ходить по таким местам. Надо искать отсюда выход.
Там что-то виднеется. Что это? Мертвец. Вон там что-то блестит. Они везде. Как она работает? Железная дверь. Заперта. А если эта штука поможет найти выход? Фигура. Она как-то связана с дверью. Опять огоньки. Цвет поменялся. Дверь тоже поменяла цвет. Thank you.
сигнал с базы командования роботами. Шифрование «Черный кварц». Перенаправляю на вашу сетку. Что это? У него тоже такая штука, как и я нашла. Думаешь, мне это нравится? Я ничего не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. Покажи. Покажи еще раз. Не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. С Новым годом, дорогой дневник. Можешь себе представить, мы правда устроили праздник? Ну, типа, попытались. Директор Эванс пригласила всех в общий зал. Не знаю, где она взяла праздничные колпаки. Это уже было чересчур. И вот часы отсчитывают секунды до полуночи, и я думаю, интересно, я один понимаю, насколько это символично. Было бы не так плохо, если бы Скайлар опять напилась, но, похоже, то, что у нас с ней было, она считает ошибкой. Устраиваются в очередь в общем зале. Как скот на бойне. Только все друг другу улыбаются. Чана раздает препараты. Как будто жизнь — это боль, которую нужно унять. Нет уж. Я не хочу молчать. Я не хочу забыться. Я хочу, чтобы в конце моей биографии стояло не многоточие, а точка. Нет, восклицательный знак. Так что... Если я вас расстрою, ну извините, я больше никому ничего не должен.
От чего они умерли? Что случилось? Обалдеть вообще. Делать записи для потомков? Отличная мысль, директор Эверс. Как будто я мало постарался для потомков. Как будто это не ради потомков. Я оказался в таком положении. Хватит. Достали меня эти потомки. Пошли они... Мачу-Пикчу. Всегда хотела там побывать. Так и не сподобилась. Почему я не поехала тогда с Оуэном? Дура. Надо было соглашаться. Молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей, то есть смерти. Извините, подзабыл уже. И препараты эти, которые нам дала Чана, это что-то. Ладно. Ребятки, давайте еще раз. Радуйся, Мария, благодати полная. Thank you.
нашел. Раст меня нашел. Я здесь. Я иду. Я иду. Скорее, хватайся. Нечего тебе там делать. Давай. Это запретное место, Элой. Да упала я. Это железный мир. А это что в волосах? Ничего. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой, такие вещи опасны? Нет. Ладно, раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. Будь внимательна, Элой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Я знаю. У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения, так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств, я скажу, что положить. Видишь вот это растение? Оно называется бальзамник. Иди и собери с него ягоды. Хорошо, а теперь съешь их. Да, они горькие, зато могут спасти тебе жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. Где это мы? Эта долина – часть объятий Великой Матери. Объятий? Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Все машины опасны, Элой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Элой, вон машина. Пригнись и живо за мной в заросли. Тихо! Не высовывайся! Мыши! Нет, Элой. Такие машины зовутся рыской. Надо уметь от них прятаться. Иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай, как я. Замри! Пускай пройдет! Теперь иди за мной вон туда, в заросли. И не шуми. Стоп! Еще один! Подожди!
Теперь за мной. Медленнее идешь, меньше шумишь. Пригнись и крадись, шума совсем не будет. Подожди. Это был последний. Идем. Молодец. Тебя не видели и не слышали. Идем. Стадо уже совсем близко. Деп, куда тебя понесло? Деп, ты где? Отвернись. Мы изгои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени. Значит, он дурак. Ладно, пойдем искать стадо. За мной. Вон, видишь? Эти называются бегуны. Брысь! А зачем ты их прогнал? Чтобы показать тебе. Некоторые машины убегают, едва тебя завидев. К таким надо подкрадываться. Не волнуйся. Мы их еще нагоним. Вот увидишь. Теперь иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спорь, Лой. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. Да, годится. Идем. Подойди. Элой, иди сюда. Вот стадо. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредит. Нет, но можно отвлечь, заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь. Надо его убрать, всполошить стадо, и тогда они все успеют разбежаться. Всполошить? Как? Машины общаются между собой, если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. По сигналу бросай камни, гони рыскаря ко мне. Жди сигнала. Элой, брось ко мне камень. Вот так. Теперь путь свободен.
Забери из него детали для стрел. Из стебля выйдет древко, из металлических деталей — наконечник. Сможешь сделать новые стрелы, если колчан опустеет. А этим есть применение. Пошли. Так, сиди в траве тихо и не высовывайся. Пора тебе попробовать силы в охоте. Бегун. Слабая машина. Но даже слабая машина может убить того, кто неосторожен. Смотри внимательно. Шкура толстая, но есть уязвимые места. Вот глаза. А еще что? Емкость на спине. Это его слабое место. Да. Как ты догадалась? Мне эта штука подсказала. Попала! Еще раз! Сегодня ты справилась, но тебе еще много всего предстоит усвоить. Завтра опять потренируемся. Что это? Тот мальчик. С тропы испытаний. Идем, быстрее! Его не спасти. Рано или поздно машины найдут этого мальчика и растерзают его. Если я выстрелю, стада охватит паника и его затопчут. Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. Правда, я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Нельзя, чтобы они меня заметили.
Нужно посмотреть, как они пойдут. Еще чуть-чуть. Это не игрушка. Стойте. Благослови ее, богиня. Вас обоих. Она парень. Меня спасла. Я просто... Парень! Замолчи! Они оба изгои. А она... безродная. Идем. Сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень. Закрой свой рот. Уходи, безродная! У тебя кровь. Дай-ка посмотрю. Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорил, нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Все не так просто. Они знают? Элой,
Мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне. Но это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи. Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я справлюсь. Я стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да! Пошли! Раст. 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 Где он? Два дня до инициации, а он куда-то ушел, ничего не сказал? Это на него не похоже. Thank you.
Обалдеть вообще. Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Что он там делает? Он просто... стоит на месте. Что с ним такое? Элой, ты пришла? Ты хочешь побыть один? Нет. Надо поговорить. Я думал о твоем обучении. Ты умеешь выживать и охотиться. Но, боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Или еще не поздно? Давай. Я всегда готова учиться. Случилась неприятность. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться, иначе погибнешь. Спустись в объятия. И собери там детали для огненных стрел. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали, и встретимся там, у северных врат в сердце матери. А, у северных врат? На краю объятий? Да. А теперь иди. Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Волнуешься, что будет после инициации? Да это и так ясно. Тебя примут в племя, а я как был, так тут и останусь. Изгоем. Даже если они меня примут, я все равно... У нас много дел, Лой. Обсудим это потом. Ладно. Мне еще что-нибудь сделать там, в объятиях? А. У чудной граты кончается еда. Набей для нее мясо на неделю, если время будет. Она бы хоть раз мне спасибо сказала. Грата следует закону. Не воспринимай ее молчание как оскорбление. Ну, как скажешь. Я соберу все, что нужно. Но по пути повидаю Карста. Элой, когда он с тобой разговаривает, он нарушает закон. Ну и хорошо. Мне нужен не тимёт, а с изгоями, кроме него, никто не торгует. Тогда закупись припасами. Сегодня ночью они понадобятся. Ты меня пугаешь. Ладно, до встречи у врат.